Министр обороны Азербайджана посетил военные части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах. Закир Гасанов проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих. Воинские части оснащены современным оборудованием, мебелью, инвентарем. В целях улучшения условий службы личного состава сданы в эксплуатацию оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады и другое. С целью бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.